С 1 августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Для этого получателям выплат обращаться в пенсионный фонд не нужно. Корректировка делается автоматически. На беззаявительный перерасчет имеют право получатели пенсии по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2017 году перечисляли страховые взносы. Прибавка от перерасчета носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера за предыдущий год, то есть от суммы выплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимум, если гражданин работал в 2017 году и уволен уже, допустим, там в ноябре, в декабре 2017 года, в этом случае максимальный размер прибавки составит 244 рубля 47 копеек. Если же он работал в 2017 году и продолжает работать на сегодняшний момент, то максимальный размер будет несколько ниже – 235 рублей 74 копейки.